Let's go! Йоу-чуково, ребята, с вами, как всегда, Ночной Кот, и я вернулся, и то, что вы видели раньше, это было интро. Да, новая интруха. Ладно, я расскажу вам о новостях, которые произошли на моем канале сегодня. Вчера. Короче, я устроил себе отпуск, вы не против, да? Надеюсь, что нет, потому что мне все равно. Ну ладно, я вернулся и с новым контентом. Контентище, братанчик. Нях! Ладно, ладно, сорян. Так, ладно. Первая новость. Данный геймплей не мой, да. Не мой. Нет, не мой, да. Ну ладно, дальше. Это я уже сам себе. Так, в общем, команда трех самых странных ребят объединились в одну, которая теперь называется PSGA или RGSA, SPSGA. Короче, я рассказываю историю. Сижу, я смотрю ютубчик, больше ничего не делаю. И тут ко мне врывается Инк и говорит: Are you sure about that? Я ему говорю сразу же, без остановки. Да. И вот так я попал в команду PSGA. Раковым. Там входит в команду Инк, Дав, Фад, Аллахабарх. И, конечно же, ваш ночной кот. В общем, рассказываю расклад. Все будет работать вот так. На моем канале вы будете видеть озвучечки. И, может, чуть-чуть геймплея, только никому не рассказывайте. На канале Инка вы будете видеть геймплеи. Летсплеи, геймплеи. На канале Дафа вы будете видеть Дафа. Да не, его ремиксы и всякие коверы. Кстати, коверы. Коверы у нас будут, я не знаю где, я точнее его знаю, но не помню. И, ну ладно, неважно. И, в общем, будет вот такая вот фигня. Геймплей у меня пропадут. Наверное. Я точно не знаю. Так что можно сказать... Ой, сейчас будет... Что такое? Ночного кота. Жалко. Ладно, это была, по крайней мере, самая грустная новость. Теперь другое. На моем канале, где будут по-тихому выходить летсплеи, только никому не говорите, скоро появится портал и обзор его модов. И это стало почему-то моим новым комьюнити. Не знаю почему, но Undertale мне надоел. FNAF тоже уже не катит. Ну, портал это в самый раз. Эй, блин. Я ж могу... Точнее, могу и хочу даже делать голоса этих персонажей. Правда, я не знаю, зачем. И сейчас, наверное, спросят фанаты... На кот, ты же говоришь, что твой канал посвящен одному Undertale. Я такое когда-нибудь говорю? Серьезно? Чё-то не припоминаю, но... Видимо, нет. Также в новом описании канала будут ссылки на все эти три канала, которые будут PSGA. Я ничего не понимаю. Это ж хорошо. Также видосы именно по летсплеям у меня будут выходить по пятницам, воскресеньям. Или в какое-то еще время. Дней. Неделей. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи и покоя.